Майнкрафт, но все, чего я коснусь, превратится в рандомный блок. Сегодня мы вместе с Градусом получили самое сильное проклятие. Все, чего мы касаемся, превращается в рандомные блоки. Казалось бы, а в чем проблема? А в том, что мы вообще ничего не успеваем добыть. Все блоки под нами моментально изменяются. Единственная возможность для нас пройти Майнкрафт, это уповать на удачу и полный рандом. Но сможем ли мы пройти Майнкрафт? Смотрите до конца, и вы все узнаете. Так, снова он должен быть... Да, я наконец-то нашел этот великий колодец. Ух, если я из него смогу испить, то все будет отлично. Главное, чтобы я на него не наступил, иначе будет полнейший капец. Я не хочу... Привет. А, привет. Ты что наделал? Как дела? Градус, выйди оттуда быстрее, пожалуйста. Пук. Я в джакузи, это фак. Спасибо, что уточнил. Выходи быстрее из воды! Да выйди, пожалуйста! Да выйди ты! О, хорошая джакузи. Ты понимаешь хоть, что ты наделал? Да, я искупался. А еще я прилетел с неба на лодке. Вопросы? А что там блок делает? Да неважно. Да ты что делаешь? А неважно. Ты же на нас только что проклятие нагнал. Какое? Ох, это я тебе объяснить не смогу. Тебе нужно будет увидеть. Оу. Ты что... Понимаешь, что ты наделал? Я не знаю, но я в сундуке нашел бедрок. Какой еще бедрок? Бедрок. Че? Ну бедрок. Ты вообще... Ты, смотри, ты, бедрок. За что ты мне это сделал вообще? Блин, классно ты. Да какой классно? Ты понимаешь, у меня топор, у меня топор на прочность 2 зачарованный. Да и че, у меня на удачу. А мы сегодня Майнкрафт будем проходить? Да походу теперь да, по-другому мы с тобой от проклятия вообще не избавимся. А, иди сюда, я тебя убью во имя всего святого и несвятого. Не надо. За что? Градус! Весело. Да какой весело? Ты теперь понимаешь, что весело. Все блоки, на которые мы с тобой будем наступать, они будут превращаться в абсолютно рандомные. Да, я знаю, я играл с такой штукой. Классно же. Да какой классно, да ё-моё, да за что мне это? Я на лавомерке. Да на какой лавомерке? Здесь лавы даже нету. Где седло? Я где-то выкинул седло. Лазеритовая лопата. На! Опять он испортил Градус. За что он мне это все сделал? А как я? Вот сейчас я сделаю то, чего ты не ожидал. Где? Где ты? Ты глупый или что-то? А, я тебя потерял. На, получи. Что? Невидимость, отлично. Наконец-то я тебя не вижу теперь хотя бы. А, ну все, тогда я ухожу из ролика. Не надо, вернись. Раз уж сам накосячил, тебе придется исправлять это все теперь. Да, мы будем вместе с тобой купаться в этом шлаке. На каком еще шлаке? Ты меня вообще сделал невидимым. У меня плод Хоруса. Молодец, у нас теперь с тобой появилось... еда, но знаешь что? Мы теперь с тобой не сможем нормально перед... Это ты забрал или я? Не знаю. Что-то случилось, там просто все пропало. А есть ли вообще смысл хоть какой-то эти блоки добывать, если появляются сундуки с кучей лута? Ну, конечно, есть, но мне бы хотя бы вот немножечко железо... Жопа. Да зелитовый меч! Я тебя поздравляю, конечно, я золото уже добываю. Ты хоть что-нибудь полезное будешь делать, да ё-моё, сегодня? Я всегда буду тебе помогать, Акаки. Нашел золотые часы и кирку на эффективность 3. Слушай, это как раз-таки прям максимально полезно для нас. У нас губка есть. Отлично, иди помойся. Что ты сказал? Где я ты? Говорю, иди помойся. Я тебя вижу. Знаешь, что я тебе сейчас сделаю? Ну, что? Есть что-то хуже в этом мире, чем лава. О, попался, да. Да за что ты это со мной делаешь, Градус? У меня штаны на огнеупорность. Чего? Гаденыш, а ну-ка вернись, я хочу лаву свою забрать. У меня теперь еще лава есть. Ну все, Серега, у меня есть лук, арбалет на пронзающую стрелу 4 и быструю перезарядку 2. Я думаю, я готов проходить Майнкрафт, прямо сейчас. Я, конечно, за тебя прям максимально рад. Опа, золотая кирка, прочность 3, удача, отлично, это надо. О, чародейский стол. Назаритовая лопата, отлично. У меня зачарованная назаритовая лопата. У меня тоже. Прочность, удача, эффективность. Я добываю как будто в креативе. Так, давай-ка мы с тобой тогда будем сейчас хоть что-нибудь делать. Раз уж ты заварил эту кашу, то тебе придется ее и расхлебывать. Я ничего не варил. Хорошо, тогда товарищ прокурор к тебе не придет. Значит, смотри, нам... А как мы в ад пойдем, если блоки под нами меняются? Тебя это волновать не должно. Серег. А! Подыши. Спасибо. Это тебе пригодится. Что? Что? Ух, золото. С этой штукой ты сможешь далеко убежать. Ну, отлично, я бегаю. На! Что ты сделал? Ты не видишь. Да ты за что? Так, сейчас у меня к тебе очень важная штука, нужно найти обсидиан.
Слушай, ну мне кажется, мы с тобой можем, конечно, немножко здесь побегать, подобывать что-нибудь полезное, попробовать как-то отправиться, что ли, в ад этот самый. Либо мы можем с тобой просто надеяться на то, что в сундуке нам попадется то, что нам нужно. 7 изумрудных блоков. Зачем? Не знаю, выпало. Не знаю. Научись разговаривать сначала, ты. Слышь, ты, я алмаз нашел, а ты что добился в этой жизни? Сейчас скажу. Тебе лук нужен? Не-не-не, у меня арбалет есть. А чеснок? Ух, я ждал, ты наступишь на этот блок, который я добывал очень долго. Окей. Так, у меня есть. Нет, у меня алмаза, ладно. Здесь у меня что-нибудь есть, здесь у меня ничего нету. Смотри, 7 изумрудных блоков. Где? И исцеление, и трезубец. А зачем нам это все? Ну как, швырять трезубцы друг в друга, это еще та штука удовлетворительная. Нет, да, да, нет, но... У меня 2 алмазные кирки, тебе нужно хоть одна? У меня есть. У меня на эффективность... Да за что ты на меня все время нападаешь? Что я тебе плохого сделал, ты? Мне нужен сейчас обсидиан. У тебя есть обсидиан? Да. Поставь, пожалуйста, один блок. Ты хочешь проверить, как это все будет дело работать? Да, 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 да. Так, теперь смотри, я сейчас попытаюсь к нему подойти, так, но аккуратно. Ты тоже можешь попытаться подойти. Секунду. Ну, урона 0. А почему? Потому что. Почему урон? Ты включил, чтобы не Гриффил, но Гриффин Фолс. Гриффины. Так, короче, ты когда-нибудь научишься разговаривать, я это 100% верю теперь. Нет, я ничего здесь не включал, просто ты не можешь мне нанести урон, потому что я как бы крутой здесь, самый крутой. Сюда. А! Сейчас будет, да, да. Ты посмотри туда, пожалуйста. Ну да, я видел. А чё ж ты мне не сказал, что здесь есть пустынная пирамида? Я пошел туда, короче. Ну а шо ж ты слепой совсем? Я слепой? Ты где? Я тут, я в верстаке кравчу. Нифига себе, я попал, конечно. Капец тебе, конечно, молодой. Капец тебе, арбалет на пронзательную жопу 4. Серега, ты пропустил алмаз. Конечно, прикольно, но... Я надеюсь, там сейчас ничего не взорвется. Туда блок упал. Подожди, ты уже добываешь? Ты уже добываешь? Кого? А, ты провалился? Не, подожди, я хотел. Зачем? Зачем ты сюда хотел? Тебе сюда вообще не надо. Так, у меня появилась самая полезная вещь. Блин, не долетело. Что ты? Динамит. А, долетело. Ты стоял на месте, под тобой редстоун появился, серьезно? Да. Гений. Ну слушай, я не ожидал, что так все произойдет. Так, смотри, у меня есть очень много изумрудов, у меня есть стрелы, арбалет, лук даже есть. У меня, в принципе, есть все, что только нужно для прохождения Майнкрафта. Только нет одного нормального собеседника, который не будет меня взрывать. Да, это правда. Ну, значит, что я могу тебе сказать, Серега? Нам нужно, по сути, либо дверь. Зачем нам дверь? Не знаю. Когда ты ее открываешь, ты попадаешь в ад. Нет, это бред, не получилось только что. Ой, блин, я только что сломал назеритовый блок, который мог добыть. Нет, ты не мог ничего добыть. Так у меня суперклассная кирка. Так у меня тоже есть назеритовый блок. Что ты мне раньше не сказал? Я бы тебе просто поделился бы с тобой. Так, ват, нужен обсидиан. Обсидиан и зажигалка. Зажигалки у меня нету. Да мы с тобой, кажись, не сможем туда попасть, потому что все время исчезает все. Ты не заметил? Кто заметил? Ну мы же должны как-то дракона убить. Не, нам может с тобой повезти, и мы сможем с тобой найти тех же самых. Ну-ка. Ока Эндера. Ну, Эндерменов, да, Райма. Не-не-не, Райм сейчас занят, он киданул абсолютно всех нас. Снимается в видосе у другого блогера, фу. Фу. Фу, как некрасиво. Даже у Влада, фу. Не-не, Влад хороший. Нет. Нет, Влад хороший. Да кажи, чё? Ладно, Карма, я тебя услышал. Блин, я с такой бешеной скоростью блоки меняются, это просто невероятно, потому что я слежу за этим всем, и мне прям хочется что-то сделать, но я не успеваю. Ну да, они прям очень-очень быстро меняются, и вот если как правильно подгадать, можно найти что-то полезное, но все останавливается к тому же на сундуках, ты заметил? Да, это намек на то, что это единственный шанс, когда мы можем что-то добыть. Ну, естественно. Не тупи как бы. А медовый блок не меняется? Походу нет. Да, он не меняется. А нет, поменялся. Так, смотри, у меня появилась еда наконец-то. У меня есть очень много золота, не знаю, правда, зачем. А, и по сути все, больше у меня ничего реально нету. А, у меня опять все резко пропало. Ой, фигуру. Алмаз, блин, я алмаз превратил в изумруд. Ладно, добуду изумруд. Так, слушай, у меня вообще... Ой! Прости, не специально. А ну иди сюда, падаль. О, назеритовые обломки. Я тебя, конечно, категорически поздравляю с этим, но нет. Вот, я достижение даже выполнил. Вот это хорошо, мне наконец-то попалась хоть какая-то броня нормальная. Алмазная, прочность 2, ё-моё. Назеритовый топор. Зачарованный на эффективность 4. Не переживай, я у тебя это все заберу. Я эндермен нашел, яйцо спавна эндермена. Сюда. Блин, он пропал. Ну, естественно, мирное стоит. Хочешь прикол? А чего, он мне не хочет? У меня весь инвентарь пропал. Интересно, почему? Серега, ты кусок говна! Там такие вещи были!
Ты чё, обалдел? Ну выйди из креатива! А чё ты, шакал, думал, чё ты будешь использовать, а мне нельзя, да? Я сейчас тебя урою! Так, что-то в сундуках, ага, вот-вот-вот. На! 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 Да ты достал! О, как ты надоел! Ладно, ладно! Я пять вещи стёр! Нет! Значит, лагает. Проверка, попаду, не попаду? Не попал. Я с тобой не дружу, я пройду Майнкрафт впервые, чем ты понял? Я объявляю тебе спидран прохождения Майнкрафта с необычными условиями. С какими еще условиями? Я пройду быстрее. Вот кто первый убьет дракона, тот и победил. Лучник хренов. Забрал у меня все классные шмотки. Я не забирал ничего у тебя. Ты удалил их у меня? Нет. Да. Докажи. Сейчас докажу. Пока что идет легко как-то. Иди в среку. Да, да, да. А что ты так обижаешься? Сам первый меня начал. Каменный век, наконец-то. Сделай себе колесо и катись отсюда. Да зари твоя мотыга, я уже добился в этой жизни всего. Молодец, конечно, а зачем тебе вообще она? Я не знаю, а чё бы нет? Да она не нужна, запомни. Так, ну-ка, о, а у тебя есть достижение алмазы вообще? Мне кажется, нету. Давно. Сам такой. О, незаритовый лом. Да хватит тебе, зачем тебе вообще незаритовый лом-то? Ты можешь мне объяснить, мы вообще выйдем с тобой из пустыни или нет? Так, ладно, я пошел, вот все, я пошел проходить Майнкрафт. Слушай, я первый пройду Майнкрафт, ты можешь вообще не проходить его. Так, сейчас волшебную команду применю. Нету таких, Акакий. Чё? Не знал про такую команду. А ну иди сюда. Слушай, если бы ты мне сейчас стер бы все вещи, я бы так бомбанул. Я вот думал, ты сейчас начал это делать. А зачем мне это делать? А вот я... Ненавижу, я тебя... Где ты? Я тебя найду сейчас. Окей, Акаки, Клер. Не смей! Да, да, да. У меня хорошие вещи, не надо! Нифига себе, я попал! Говнюк. Так, сейчас я загуглю команду. Я ее даже не знаю. Сереж, можешь поставить буквально минуту в АФК? Я тебя умоляю. Ладно. Минута в АФК пошла, да? Хорошо. Подвинься чуть-чуть. Ладно. Ну я же могу смотреть, да? Да, да. Хорошо. Че? Да так, ничего. Дядя. Так, Game Rule Keep Inventory Off. Так минута прошла. Черт, я долго тянул. Ладно, это уже реально просто издевка, троллинг друг на друга. Может, мы все-таки будем проходить Майнкрафт? Да я тебе про это говорю уже минут 10. Да ты сам знал, кого в ролик зовешь. Да я не знал, что ты настолько все будешь плохо делать. Это я плохо делаю? Да я лучше все только делаю. Да ты меня обижаешь. Это ты меня обижаешь, говнюк. И что делать-то с тобой будем? Я не знаю. Я могу яйцами в тебя откидываться. О, тотем. Думаешь, он тебе поможет? Нет. Ну, помог, ладно. Мне просто, теперь... ну реально, зачем тебе тотем вообще нужен был? Ну, мы проходим Майнкрафт или нет? Да, мы проходим, а ты какой-то фигней тут маешься, что-то там делаешь непонятное свое. Я прохожу Майнкрафт, подбирая нужные вещи, полезные нужные вещи. Ты еще скажи, что я бесполезный. Ты полезный. Я никогда тебя не обижу таким образом. Спасибо, спасибо, брат мой. Не брат ты мне. Ладно, не брат я тебе. Извини, пожалуйста. Дома поговорим. Хорошо. Кроватку нагрей. Так, слушай, на, ты хотел себе тотем бессмертия? Держи. Держи, я нашел специально для тебя. Спасибо, я не беру твои подачки. Да, то-то ты ее держишь в руке, эту подачку. Ты обманывай кого-нибудь другого, но не меня, пожалуйста. Я ж тебя знаю как облупленного. Я уже почти насобирал обсидиан, чтобы отправиться в ад. Да мы не сможем с тобой туда отправиться. А давай проверим. У тебя сколько обсидиана? У меня 8 обсидиана, столько, сколько надо. Нет, надо 10 минимум. 10? Ну давай да. Сюда фигачь, только не попортим ничего. Ой, я чуть под себя не поставил. Так, так. Ну и все, берем зажигалку. А у тебя есть? Да. Так, и надо как-то... Так, ладно, попытка номер 2. Так, и поджигаем. Есть идея. Подожди, не двигайся. Сейчас мы сможем отправиться в ад. Я понял, что ты хочешь сделать, я понял. Все, проблем нет. Ё-моё, да ты чертов гений! Порталы сломались! Ну ладно, мы еще с тобой сможем найти обсидиан. Ну, или так или иначе, давай запомним тогда вот эти вот координаты. Так мы можем сломать обсидиан. У тебя есть нормальная кирка? У меня, правда, нету. Ну да, я могу. Вообще без проблем. А, нет, у меня на прочность 3. Все, нормально, добываем обсидиан. Блин, была бы еще эффективность. Добывай весь обсидиан, который здесь есть. Хотя бы 10 штук. Ну, у меня есть одна только. Ладно, уже 5. У тебя сколько? У меня 2. А, у нас 2 с тобой портала, да, я так понял? Да, да, да. Это звуки ада из зада, или это у меня так что-то на улице происходит? Это звуки из зада. Древние обломки. Да зачем тебе древние обломки? Они не пригодятся тебе. Они хорошо, тебе... яйцо призыва Гаста. Это тебе не пригодится. Ну ладно, ладно, так уж и быть. А у тебя золото вообще есть? Золото 5 штук. Всего лишь 5 штук или блоков именно? 5 золота. Как же много. Так, ну а что, нам трудно его что добыть, что ли? Ну да, ты добыл хоть немножко. Ты можешь вот так вот, вот побегать и вот так как этот блок алмаза добыть спокойно, хопа, и все. О, золото! 14 штук. Так, мы с тобой сможем тогда спокойно поторговаться с пиглинами, только их осталось найти.
все-таки. Тебе лучше не знать, что я нашел. Там ничего полезного. Посмотри! Повнимательней! А, незаритка! На защиту причем, на защиту! Блин, а меня ты убил с моими вещами. Да у тебя не было нормальных вещей, не парься. А, слушай, а мы можем им скидывать золотые вещи? Ну, типа лопат, все такое. Да, мы можем спокойно, они тоже будут принимать их. Все, вопросов нет. Только бы найти их сейчас. Так они в сундуках постоянно появляются. Нет, я про пиглинов, чтобы с ними поторговаться. А, да слушай, не проблема. Ну да. Смотри, у меня уже есть блок рудного золота, в принципе. Нам он, кстати, пригодится, мне кажется. Мы сможем тогда все это дело переплавить, если что, то сможем еще больше торговаться. Но пока что вообще ничего больше полезного не попадается. О, вижу пиглина, сейчас заманю его в ловушку. Давай, давай. Давай, пиглин, давай сюда, иди ко мне, мы тусанем, сейчас споем с тобой мы песенку одну. Как я ловил тебя сюда и выбраться не мог ты зря. Иди сюда, дружище, иди сюда. Не стреляй в Акакия. Он тебе не нужен, брат. Ничего полезного не получишь ты никак. Получай лучше все мое золото и торгуй со мной оком Энда. А подожди, ему можно и не переплавленное давать? Да, 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 да. Чего? А, слушай, тут есть одна проблема. Какая? Ты знаешь то, что мы рядом с крепостью, да? Ну да, да, я не стреляют, поэтому залезь сюда ко мне. Нет, я его выпустил! Нет, не выпустил. Молодец. Так, теперь нам нужны сундуки. Перенести сундуки, да только так, чтобы с них не пропадали вещи. Или это невозможно? Нам бы сейчас тогда с тобой вот этого найти еще пиглинов. Давай-ка лучше попробуем найти все-таки. А то вещей там много, и они могут пропасть. Есть одно но. У нас очень с тобой мало еды. Или много. Я не знаю, сколько у тебя там всего. Ну... еды у меня вообще нету. Пару золотых морковок. Ну, у меня тоже пара золотых. А, стоп, подожди. Нам верстак с тобой хотя бы один нужен. Сможете? А, нет, я смогу сделать. Ой, литры. Надо верстак, надо верстак, надо верстак. Верстак? Дерева нету. У меня есть все. Я делаю верстак. Я сделал верстак. Значит, ставим его. У меня очень много снопов сена. О, есть ока. Ока есть. Ока есть. Уже скинули есть? Что-то. Да, что-то скинули. Отлично, отлично. Так, теперь надо только как-то подойти и забрать его. Так, выкинуть говняшки. Есть, 4 штуки. Четыре штуки. Четыре штуки, но этого мало, этого мало. А ты пойди пока эфритов поубивай. Не, я с удовольствием, только я сейчас хлебушек сделаю, чтобы ты, если что, мог хотя бы покушать. Я должен тебя кормить. Не моя мама. Я лучше. Так, у меня к тебе вопросы появились. Какие же вопросы, доча? Так, у меня еще больше вопросов. Да, это вопросы уже к тебе. Так, смотри, я тебе сейчас тогда скину рядом с пиглинами вот хлебушек. Так, я тебе скидываю половину. Все, я тебе скинул, можешь забирать. Я пошел тогда сейчас разбираться с этими эфритиками. Они должны мне сейчас очень много вещей отдать. Давай. Давай, удачи. Так, а я все скидываю непотребство, опять же, этим пиглинам. О, 6 ока. Может, ты и про глазики говоришь, а не ока. Ока, эндер жемчуг. О, так правильно. Так, слушай, у меня уже есть одна ифритовая палочка. Блин, надо, наверное, воспользоваться тем, что я забрал. Во, огнестойкость. Использую. Все, отлично, теперь я смогу нормально здесь жить. Два есть. У меня уже остается сколько всего нам нужно? Ну, хотя бы штучек 7, да? У меня глаза не пополняются, я все жду. Да, блин, золото вообще не капает. В смысле не капает? Ну, вот, у меня пассив, пассивная золото. Ладно, вопросов нету. Должен давно был понять, что вопросов не должно быть никаких. К тебе у меня вообще никогда больше нет вопросов. Я все понял. Эндермен, яйцо эндермена. Сейчас я его убью и получу еще один глаз. Подожди, а удача 2 на топоре помогает выбить или нет? Вроде как нет. Она не работает именно таким образом. А, я заспавнил эндермена, он телепортировался. Молодец. Что еще могу сказать? Конечно, давай, разбрасывайся эндерменами. Мы же миллионеры. Ну ничего, по чуть-чуть процесс идет. Да-да-да-да. Так, еще немного. Всего лишь половина глаз еще. А что, так мало, что ли? Да, а ты думал, что я миллионер? Ну, вообще, да. Блин, да тут мелких пиглинов ты привел столько, они тут такую фигню сбрасывают. А я что, виноват? Да, привел не того, кого надо. Они сами за мной побежали. Так, смотри, у меня уже 4 палочки есть, нужно еще немного. Но они вообще не хотят появляться эти... А, нет, я понял, почему не появлялись, я одного забыл, как бы, укокошить. Вопрос, а колокол они подбирают? По идее, да, он тоже золотой. Колокол они тоже подбирают, нормально. Да ё-моё, у меня огнестойкость закончилась. Тихо. А, хорошо, что у меня есть хотя бы вот этот тотем бессмертия на всякий случай. Не зря я его держал. Серега, меня пиглин атакует, я не знаю даже почему. Так ты золотую вот эту броню надень какую-нибудь. Там у меня была. Придется поубивать половину пиглинов. А, я ж добыл при них золото, точно. Я мелкого убил, из него все золото, которое я тут лутал, выпало. Все, отлично. Ну, это хорошо же. Да, это замечательно, теперь я смогу наторговать. Все, у меня нужное количество стержней. 7 штучек. Я эндермена добиваю, и у меня почти все на месте. Есть, еще одно око выпало с него, и с торговли тут еще
все попадало. Все хватает. Это волшебно. Так, у меня зелье силы есть еще. И по сути, все. Мы с тобой можем отправляться уже в обычный верхний мир, и тогда уже у нас с тобой все будет отлично. Нет, верхний мир так жесток. А здесь так хорошо, я остаюсь здесь. Нет. Не, все равно уходим. Да, не запрещайте. Ну ладно. Слушай, маму, я твоя мама сегодня. Слушай, я на самом деле уже Майнкрафт так-то прошел. Сына, я тобой так горжусь. Ага, все, у меня все готово. Тогда все, я выбираюсь к тебе. Ого, он сам поджегся. Я бегу. Давай, я здесь рядом нахожусь. Главное, не сломай его. Ты где? Да так, неважно. Что ты делаешь? Не делай ничего плохого. Все, погнали. Ой-ой, чуть не сломал. Ну нормально. Все, давай тогда объединяем все наши ресурсы. Огненный прошел. Ну вот, я прошел Майнкрафт, и ты тоже. Да? Слушай, а ведь и правда. Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам нравится, то видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И так не забывайте нажать на колокольчик. С вами было Кагида и Градус. Всем еще раз спасибо за просмотр. Всем пахедова. Я ж надеюсь, ты шутишь? Да. Давай, я тебе все скинул, погнали. Так испугался. Я подумал, куда конец? Мы еще не прошли. Так ты сам сказал, что мы прошли. А куда? Давай. ОКН. А, ты мне скинул. Да, я тебе уже все скинул. А где? А где оно? А, ты не подобрал, что ли? А где оно? Оно вот здесь где-то. Я вот здесь скидывал. А, нет, я тебе не скинул, я тебя обманул. Держи. Прикинь, сейчас бы подо мной огонь появился бы, и все, порошка нет. О, не надо, не говори про это. Так, у нас 14 глаз. Так, куда? А портал под нами сломается, если мы на него наступим? А нам главное с тобой сразу в него прыгнуть, не задевая при этом рамки. Вот, все, идем. Мы вместе весело идем, с каким приключением. Сейчас портал с тобой найдем, и будет нам веселье. Мы будем драться с драконихой жесткой и опасной. Но впереди есть приключения, которые у нас не напрасны. Как-то не эпично получилось, ну ладно. Ладно, где мой фейерверк? Ты меня не бросишь здесь. Идет градус в приключении совсем-совсем один. Его все бросили, он полетел. А Акакий тормозит. Догоняй меня. Ладно, я побежал. Тебе тайлитры не выпали. Да, мне не выпали. А подожди, а почему сундуки вверху появляются? Не знаю, возможно, когда я летел. Странно. Ладно. А как и в этих летающих сундуках были элитры? Я не шучу, вот. Скинь. Ого. Теперь будет быстрее. Да-да. О, спасибо за фейерверк. Куда нам все-таки? Показывай, у великий волшебник. За мной. Долго нам еще? Долго нам еще. Мы уже приехали? Почти. Мы уже приехали? Почти. Мы уже... Так, все, ты остаешься здесь. А ты уверен, что это здесь? Да, смотри. Я смотрю. Он уже спускается в землю. Давай, копай, я потерял глаз. А сколько у тебя там осталось глазиков-то хотя бы? 13. А, слушай, нормально, нормально. Так, тебе придется сейчас максимально аккуратно тогда все выставлять. Ты же это понимаешь? Я это понимаю. Ой, чешуница. Убей их! Нет! Так, зелье регенерации. Опа. Взрывное зелье силы. Так, здесь портал. А, портал. Тихо. Так, ладно. Вперед! Тихо, аккуратно. Главное, аккуратно. Так, главное, чтобы чешуница не вылезла. Вот так. Так. И давай, и еще с другой стороны. Так, и вот так. Надо тихо, быть с тобой одновременно. Тихо. Давай-ка повыше заберемся. Так, а смысл? Вот так вот просто хоп, и все. Точно. Кабанга! Так. А мы тоже... не поставили кровати! И че? Ну ладно, насрать. Нифига себе, я попал! Трезубцем? Да. Я сейчас тоже буду так делать. И Кия! Попал, чуть не умер. Нет, вернись, трезубец! Все, я его выкинул. У меня фейерверков не так много осталось. Ищи. Так, я залез сейчас повыше. Мне надо отъесться. Еды у меня немного. Ай, ну нафиг ты стрельнул прям в меня! Я не виноват! Ты виноват. Нет, докажи сначала. Убегай! Все, можно драться. Нет! Надо уничтожить последний кристалл. Я взрывное зелье силы использовал. Мне еда нужна. Я ж тебе давал еду. Да у меня закончилось. Ну ладно, держи. А, снапы сена у меня есть, верстака нету. Давай я сделаю. Да ё-моё, да хватит меня стукать. Все, вот. Золотое яблоко сюда. Золотое яблоко у меня тоже есть. Да, у меня были еще с самого начала, но Акакий решил сделать так, чтобы у меня инвентарь стерся. Никогда у тебя не было золотых яблок. Не было. Ой, он сломал кровать. Я отлетел. Кого? Я ничего не вижу. В плане ничего не видишь. Да в буквальном смысле ничего нету. Покажи, куда стреляешь. Я вон стреляю в дракона. Ты не видишь дракона? Нет, не вижу. Эндерменов не видишь? Я даже эндерменов не вижу. Ты что, ослеп, брат? Нет, реально никого нету. Ну не переживай, я сделаю все за тебя. Так, я нажал F3T на всякий случай. Может, перезагрузка текстуры все-таки поможет. Я пытаюсь по звуку определить, нифига не получается. Что за бред? У меня полностью пропал этот дракон. Я вижу эндерменов, я не вижу тебя, я не вижу дракона. А динамитом можно его убить? Вроде как да. Ну вот все, у нас полным-полно динамита. Давай я скажу, когда он подлетит, а ты взорвешь динамит. У меня нет динамита. Так у меня есть динамит. А у меня, думаешь, есть огнево? Меня чуть не убили сраные эндермены. На, найти динамит.
Динамит, пожалуйста. Так, у меня есть кристаллы Энда. Может, они помогут. Насчет этого не знаю, но, блин, хотя бы огнево, хотя бы огнево. Огнево есть у меня. Тебе придется взрывать, ты будешь взрывать. Хорошо, 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 хорошо. А я тебя вижу. Так, ну вот, все хорошо. Может, у тебя глюки были все это время. Я напихал сюда так много динамита. Я не знаю, что он не приземляется. Динамит-то я вижу. Спускается. Поджигай. Да, блин, я урон от чего-то получаю. Теперь я эндерменов не вижу. Все, я поджег. Давай. Ну, слушай, это немного ему снесло урон. Он не улетел! Тогда фигачи его дальше. Да я не вижу его! Ладно, пьем зелье силы и идем в бой. А, у меня кристаллы Энда еще, может быть, они помогут. Давай! Оп! Оп, да! Теперь, он улетел. Он высоко, что ли? Он очень высоко. Ну, так, естественно, очень много динамита взорвал, и поэтому у него ускорение такое вот появилось. Серьезно? Я впервые про такое слышал. Не, если его взрывать динамитом, то он очень резко улетает вверх. Так, у меня еще динамита много. Тогда сразу закладывай все. Закладываю. Тут только на тебя рассчитывать приходится, потому что я ничего не могу сделать. Так, я на паузу стал. Я забыл отжать паузу, но я прошел Майнкрафт. Градус вообще ничего не сделал. Я прошел. Ты ничего... Я его доказал! Доказательство! Зараза! А так ты специально паузу не отжал? Нет, я забыл! Ну что, ребят, я так как прошел Майнкрафт, я лучший проходимец Майнкрафта. Ладно, градус на самом деле прошел Майнкрафт. Ура! Я не видел вообще дракона, это просто капец какой-то. Это самое сложное прохождение Майнкрафта. Вслепую. Практически вслепую. Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать. Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, конечно, жмите на колокольчик и не забудьте друзьям рассказать. Ну а с вами был Акаки и Градус. Не повторяй за мной, пожалуйста, больше никогда, понял? Я обиделся. Всем еще раз спасибо за просмотр и всем покедова! Пока-пока! А вот это молодец, сказал по-своему. Красавец.